29 марта 2238 года. Солнечная система. Орбита планеты Марс. Недалеко от спутника Деймос. Во время инцидента на Марсе с поверхности планеты по неизвестным причинам стартовала орбитальная станция Фобос. Спустя несколько часов с Фобоса был получен сигнал СОС, который пропал так же неожиданно, как и появился. С тех пор станция на запросы не отвечает. По решению Генштаба, военного командования и при содействии корпорации ОАК для расследования ситуации на борту орбитальной станции Фобос был отправлен капитан военно-морских сил США Дэниел Ли Стивенсон. Похоже, для него марсианский кошмар еще не закончился. Транспорт 4409. Говорит капитан Стивенсон. Данные командования подтвердили. Свяжитесь с землей, я пока разведаю обстановку. Жду дальнейших инструкций. Вас понял, капитан. Срочно передаю ваше сообщение. Будьте на связи. Ugh!